программа «День с толком». В студии Андрей Дриер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Коронавирус в Барнауле. Официально зарегистрирована первая заболевшая в Алтайском крае. Первый день федеральной самоизоляции. Как выглядит город и куда идут барнаульцы? Районам на время паводка в Алтайский край доставили спецоборудование. Коронавирус уже на Алтае. Первая заболевшая COVID-19 зарегистрирована в крае. По сообщению региональных властей, инфицированная жительница Барнаула. Больше 10 дней назад она прилетела из Доминиканской Республики. Заболевшую вместе с мужем уже госпитализировали в инфекционное отделение 5-й горбольницы. Повторный анализ подтвердил наличие вируса. Результаты анализов мужа будут известны сегодня. Сотрудники Роспотребнадзора сейчас выясняют круг общения этих людей. Ситуация серьезная. С такими словами к барнаульцам обратился глава города Вячеслав Франк. Он напомнил, сейчас от сознательности каждого зависит скорость распространения инфекции. Людям настойчиво рекомендуют не покидать свои дома без лишней необходимости. А также чаще мыть руки, носить маски, избегать тесных контактов с людьми, не посещать общественные места, соблюдать гигиену. Напомним, в Барнауле сейчас закрыты спортзалы, кинотеатры, ночные клубы, кафе, отменены все концерты. Аптеки и продуктовые магазины продолжают работать. Сегодня первый день официальных каникул из-за коронавируса. При идеальном раскладе улицы должны заметно опустеть. Наша съемочная группа вышла посмотреть на тихий Барнаул. Машин на главном проспекте города стало значительно меньше. Общественный транспорт тоже опустел. И поток людей на улице заметно сократился. А у тех, кто все-таки вышел, мы спросили, зачем? Видите, у меня салфеточка в руках. На кнопочку в лифте давлю. Я не люблю выходные, я люблю работать. То есть у вас работа, вы ездите на работу, вас на удаленный режим не перевели? Мне не получается. Срочно госзаказ выполняла, маски отвозила на «Авангард». О, полезным делом занимаетесь? Да, и все, и изолируемся опять домой. По делам. По делам? Да. Ну, надо же дома сидеть. Ну, дела надо делать тоже. В магазин за продуктами схожу и домой. То есть планируете всю неделю сидеть дома? Да, да. В больницу иду. В больницу? Да. По здоровью. А не страшно вам? Ну, страшно, не страшно, приходится идти. А вы не планируете самоизолироваться? Вот сейчас как раз направляюсь. У меня плановое было посещение врача. Скажите, вы же несовершеннолетний, получается? Да. А что же на улице делаете? Сегодня же официально выходной, нужно дома сидеть. Я приехал для поступления проходить психолога. По служебной необходимости, скажем так, для прохождения медицинской комиссии. Вот. Время как бы не терпит, последняя неделя осталась, так что придется не сидеть дома, скажем так. Меньше людей на улице стало? Очень меньше. Город как будто опустел. А в минувшую субботу на улицах массово оказались велосипедисты. Сообщество «Велосветлячки» устроило марш-бросок. Повод – ежегодная экологическая акция «Час земли». В этот день принято вспоминать о необходимости экономить электроэнергию. Поскольку собираться вместе из-за карантина не рекомендуется, велопробег решили сделать частично виртуальным. Получилось ли, расскажет Илья Кочетков. Константин Золотарев – велосипедист с 3-летним стажем. Ездит и по работе, и по личным делам. Говорит, плюсов множество. Свежий воздух, экономия денег, естественно, ни бензин, ничего не надо. За проезд не надо платить. То есть, как бы, ну, удобно. «Час земли» – ежегодная всемирная акция. Раз в год все, кто заботится об окружающей среде, считают нужным погасить свет. Правда, на этот раз городские фонари и окна в основном продолжали гореть. Видно, что людей заботят вещи поважнее. Сообщество «Велобарнаул» решило акцию не отменять, а изменить формат – кататься по отдельности, отмечаясь на специальном сайте. Сколько активных велосипедистов сейчас? 13 человек за 8 минут участия в этом велопробеги в разных концах города причем. Организаторы признались, важно сохранить единство в эти непростые времена. И лучше так виртуально, чем никак. Правда, в итоге велосипедисты все равно собрались, пусть в небольшие, разрозненные, но группы. Ведь мест в городе, где можно свободно кататься на велосипедах, увы, не так много. А «Час земли» – еще один хороший повод напомнить о преимуществах педального транспорта.
Эта акция, она создана для того, чтобы привлечь внимание к энергопотреблению и, соответственно, сказать про велосипед как экологический вид транспорта. А исходя из того, что вот сейчас происходит, также велосипед – это удобная именно альтернатива на данный момент, потому что с помощью велосипеда можно избегать массовых скоплений в общественном транспорте, на остановках. На исходе часа в онлайн-пробеге было 18, чуть позже 19 активных участников. При этом на сайте почти 100 сочувствующих посетителей. Участники надеются, что следующая велоакция в Барнауле под названием «На велосипеде на работу», которая намечена на май, пройдет уже не с десятками виртуальных, а с реальными участниками. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком». Алтайский край получил специальное противопаводковое оборудование. В Барнаул сегодня прибыл борт МЧС с водоналивными дамбами. Всего 20 комплектов общей протяженностью 2000 метров. Подобное оборудование широко используется в местах с повышенной угрозой затоплений. Преимуществом данной конструкции является простота и скорость сборки. Данный груз предназначен для районов, наиболее подверженных весеннему половодью. Мы входим в активную фазу весеннего половодья. Сегодня вместе с этим грузом груз будет распределен по территории Алтайского края. Часть груза уйдет в Бийск, часть груза уйдет в Шипуново. Также регион получил 3 беспилотника. Подготовкой и тестированием оборудования займутся прибывшие специалисты МЧС из Москвы. А начало паводка, по расчетам специалистов Росводоканал Барнаул, может начаться в краевой столице уже на днях. Это не значит, что вода в Оби будет резко прибывать. Просто процесс ее очистки в конце первого весеннего месяца на предприятии становится максимально тщательным. Стоит ли горожанам переживать из-за смены цвета и запаха воды из-под крана? И как долго эти изменения продлятся, расскажем далее. Здесь пахнет, как в бассейне, и даже чуть сильнее. Именно в этом месте, на очистных сооружениях номер 2, вода проходит финальную стадию очистки. К слову, хлор и другие реагенты в воду добавляют всегда, сейчас чуть больше, чем обычно. Норматив по хлору 0,5. В зимний период, в летний период, когда качество воды исходное хорошее, температура воды больше плюс 5 градусов, необходимости для подачи даже дозы хлора в объеме 0,5 миллиграмм нет. В паводковый период у нас наблюдается строгая необходимость доведения вот этих нормативов до предельных. Поэтому вода из крана в ближайшие пару недель может иметь незначительный хлорный запах, а еще она немного поменяет цвет. Сотрудники лаборатории предприятия поясняют, дело в том, что в этот период в реку попадает и талый снег, и грунт, которые как раз и подкрашивают воду. В процессе очистки цвет уходит, говорят специалисты, но не совсем. Норма по Санпину 20 градусов, то есть вот такая. То есть вот эта вода с такой цветностью, это тоже норма. Она не влияет ни на что. Лаборатория водоканала в круглосуточном режиме работает 365 дней в году. Правда, если зимой и летом пробы воды берут 900 раз в сутки, то в марте-апреле цифра достигает 1200. А вот как выглядят микроорганизмы, которые могут содержаться в паводковой воде. Они исчезают только после обеззараживания. Кстати, как нам рассказала Татьяна Шималина, воду из-под крана можно пить. Гораздо больший вред, по ее мнению, могут нанести бытовые фильтры, фильтрующие элементы, которых люди часто забывают поменять. Но цветность и запах воды станут привычными через пару недель. Тогда паводок, по данным водоканала, завершится. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком. Интеллектуальный девичник устроили в центре «Мой бизнес». В начале недели стартовала обучающая программа «Мама-предприниматель». Сегодня участницы презентовали свои проекты. Здесь, безусловно, вам надо на хорошем чеке выходить через архитекторов, через лошадников и забирать большие проекты. Из мужчин в зале только эксперты. До участия в обучающей программе допускают исключительно мам. Заявки на женские бизнес-курсы подали 100 женщин, и лишь 40 из них узнали, как с нуля открыть свое дело. Очень много женщин, которые находятся в декретном отпуске, или мамочки, которые, к сожалению, не могут пока быть трудоустроены, и они готовы реализовывать свои бизнес-проекты и пробуют делать первые шаги в бизнесе. За 5 дней женщинам рассказали о базовых правилах ведения своего дела, дали возможность пообщаться с успешными предпринимателями, помогли составить бизнес-планы. В итоге программы – защита. Среди бизнес-идей – производство одежды, слингов, эрго-рюкзаков, фигурной сахарной ваты, открытие фотостудии, парк развлечений и даже школы благородных девиц. Мамочки с доченьками в выходной день могут просто в нашей школе отдохнуть, потанцевать дворянские танцы, порисовать, попеть. Бывают совместные группы мамы с дочками, а бывают отдельно детки. То есть уже проект запущен. С февраля я уже провела два занятия, два выходных было.
Боролись дамы за грант – 100 тысяч рублей. К слову, ученицы школы бизнеса для мам в центре «Мой бизнес» не потратили на обучение ни рубля. А Татьяна Антоненко даже смогла получить первые деньги на образовательный проект. Дарья Демилер, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!